Всем добрый день! Вы на канале «Мода и красота». 25 восхитительных стрижек для женщин после 40 лет на средние тонкие волосы. Перед тем, как сделать выбор, необходимо определить критерии стрижки. Для женщин 40+, стилисты выделяют следующие моменты. Первое. Форма стрижки. Стоит избегать слишком явных геометрических линий, которые подходят для лица с идеальным типом и ровной кожи. В 40 лет начинают более сильнее выделяться мимические морщины, их можно аккуратно прикрыть при помощи выбивающихся прядей из прически. Второе. Челка. Определительно стоит сделать челку стрижки, так как она спрячет возрастные изменения на лбу. Но лучше избегать слишком короткого и идеального ровного среза на пышной форме челки. Третье. Женщинам после 40 не рекомендуется выбирать окрашивание в стальной цвет. Это только увеличит возраст. Четвертое. Сделать акцент на объем. Это не только красиво выглядит, но и значительно молодит женщину. Лучшие стрижки на средние тонкие волосы для дам 40+, это удлиненный боб, каскад и каре. Смотрите модную подборку модных стрижек. Приятного просмотра!